Всем привет, с вами Руслан, канал Китай отличился. Сегодня у нас Huawei. Ставим лайк этому видео, подписываемся на канал и смотрим. Моделька у нас P8 Lite, если я ничего не путаю. Я что-то путаю, то, пожалуйста, в комментарии меня поправьте. Если быть точнее, у нас здесь, сейчас скажу, про LA1. Есть еще LX1, там точно такой же аппарат, но маленько другой. Тот можно прошить, этот прошить у меня не получается, так как прошивки нету. Есть одна прошивка, и она вот здесь. Поэтому будем делать так, как делаю я. Делать будем на русском языке. Никакого английского, мы все-таки в России. У нас вот такое плачевное состояние телефона. А телефон знакомого моего, и ходит ребенок с ним. Так что, ну, неудивительно. И будем делать в один дубль. Давайте начнем. Все пропускаем, принимаем. Приняли, и дальше он нас не пускает никак. Пробуем Wi-Fi, не знаю, получится Wi-Fi по камень. Так, пароль мне не жалко, надо смотреть. Приезжайте, подключайтесь. А, не забываем, что это уголовное обзорное деяние. Если вы нашли телефон или, не дай бог, украли, то можно за это и подсесть. Нельзя блокировать чужие телефоны, если ты не знаешь, чей телефон, и нет на него документов. Сейчас подождем, я потом видео маленько скомпоную, не буду обрезать, просто урежу по времени, чтобы ускорить монтаж. Так, пришлось маленько прерваться, то есть не подключалась, подключился к телефону к своему. Давайте сейчас раздал, проверяем еще раз, чтобы время не тянуть, все прошло, там что у нас, интернет не работает ни хрена толком. Так, все, попали мы на подтверждение аккаунта, ой, не туда, и дальше у нас не пускает никуда. А, далее берем назад, еще, вот так, чтобы было видно, еще, и принимаем здесь. Настроить как новое устройство, и забыли пароль от аккаунта Huawei. Потом запрос на изменение аккаунта, и вот сюда на синюю надпись внизу открывается какой-то текст, я даже читать его не буду. Выделяем произвольный текст, поделиться, и зажимаем Gmail, держим, открылось меню. Теперь уведомления, другие настройки, три точки вверху, здесь управление аккаунтами, аккаунты, попали в настройки. Теперь система, сброс всех настроек, не вот этот, а вот первый, сброс всех настроек, и еще раз ждем. Сбросились. Теперь зажимаем перезагрузка, я сказал. Итак, мы попали на рабочий стол, но это еще не все. Идем обратно в настройки, идем система, о телефоне, номер сборки, тыкаем, вы стали разработчиком. Идем назад, появился у нас пункт для разработчиков, заходим для разработчиков, и заводская разблокировка, ставим окей, включаем все. Идем назад, сброс, и теперь восстановить до заводских настроек. Сброс. Не вводим никакие свои аккаунты, ничего не надо. И ждем еще один сброс.
телефон у нас перезапустился. Давайте выберем обратно русский язык. Русский, Россия. Далее пропускаем, принимаем. Все как обычно, принимаем. Принять все. Попадаем на выбор Wi-Fi. Пропустить. Кнопка у нас, вуаля, заработала. Видели? Кнопка пропустить у нас ожила. Еще. Принять. Как новое устройство. Пропустить. Окей. Пропустить. Это нам не надо. Начать. Ну, вот и все. Телефон у нас разблокирован. Также заходите на канал, смотрите, там еще есть другие аппараты с блокировкой. И есть немного по ремонту. Вам спасибо за просмотр. Меня зовут Руслан. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.